Привет, друзья мои, еще раз. Ну, второй анекдотец у нас перед пятничным юбилейными анекдотами. Напоминаю, в эту пятницу будет уже 400 анекдотов. Так что все в отдельном плейлисте. Смотрим, заходим и смеемся. Ну, короче, две подружки встречаются, одна такая, другой говорит. Слушай, говорит, я на прошлое Рождество капала свечой в воду, ну, чтобы там посмотреть, что будет. И какая-то нарисовалась такая фигурка, очень похожая на мужской член. Я, говорит, обрадовалась, думала, мужика себе хорошего найду в новом году. Подруга такая, ну что, нашла? Не, просто оказался год херовый. Пока, ребят, всем здоровья и процветания, ждем пятницу.